Майнди вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на клип Ларина, который называется «Ларин против». Окей, клип от Ларина, второй уже, давайте смотреть. Минусовка. Грибы-копы, если не ошибаюсь. Самое смешное, что Николай Соболев, Николай, использовал грибы интро. Окей. Танки? Воу. Крутой костюм самурая. Привет, мистер Макс, привет, мистер Макс. Вся рубашка в пятнах, да папаша спятил. Ты поймешь весь ужас, но увы не сейчас. Вас ненавидишь, батю, заяви. Презираю тебя, мразь. Презираю тебя, мразь. Презираю тебя, мразь. Презираю тебя, мразь. Ларин против любит вас. Здесь никому не дают спас. Презираю тебя, сука, мы псам команда лежим. Это неплохо. Чем для Джарахова джип. Это важно, как Симону от груди жим. Как поперечь, мы кошельки чужие, скажи. Сколько мудаков, ох же ты кошельки. Мамик стоял Блэйд Кинго же лучше. Это клон, мразь растет. Те, кому вы нужны. Ларин против любит вас. Презираю тебя. Новый ролик, раззвонок собаки Павлова. Дети видят, затравил кости Павлова. После такого уже точно надо сваливать. Они ушли, но чтоб смотреть собаку Панина. Не свихнуться, нужен еще нервов запас. Ивангай не попадет в рай, Карина не даст. Бумчик не разобьется, выживет в аномаз. Если веселит тебя Володя Ржавый, презираю тебя, мразь. Ларин против любит вас. Это прям как будто дис на всех персонажей Ютуба. Ну это, блин, Ларин, ничего удивляться. Гангстер, что никого не бил ни разу, ни Нойза, ни старуху с баллоном. О, Хованский. Стал не нужен пес в майке ВМФ, необходимо в гострайтер Рики Ф. Ну что, гены подловили, как мага без маны. Тебя сдали свои же кореша наркоманы. Блогерская туса чересчур болтлива. Слива не избежать для них, как полиграф пива. Если есть в тебе мужика зачатки, отчаян я. И потому Дантес, лови перчатку, включайся, гострайтер. Хочу сатисфакции, либо версус, йоу, либо гол. Я не понял, он дал батл Рики Ф? Рики Ф? Чё? Ларин, ну ты и на тут этого порез, конечно, Рики Ф сильнее будет. Окей. Ну Рики Ф же. Блин, ну Рики Ф и Ларин я даже представить особо не могу. Хованский вызвал Рики Ф на... Версус. Или я не так понял, ну, Гена, Рики Ф, ну, это про него. Я слышал Рики Ф, и я смотрел его батлы. Это будет интересно, как минимум, это просто будет какое-то зрелище, если они будут батлиться. Я уже жду ответа, по крайней мере, Рики Ф. Будет ли он какой-то, или скажет Рики Ф, а нахер мне это нужно вообще? Фактически, да, этому нахрен нужно. Окей, клип классный. Я не понял, почему опять минус используется грибы, почему грибов используется минус. Это такой, типа, стёб над Соболевым или что-то более глубокое, не знаю, или просто минус понравился, я не знаю, короче. Ну, ссылочка на оригинал в описании, ребята. Надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, вам понравилась моя реакция, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Это очень необычное видео, потому что тут мы увидели диссы на всех, просто на всех. Мы тут увидели вызов на Версус Рики Ф, что очень странно, на самом деле этого я вообще не ожидал, почему на Рики Ф. Я думал, будет кто-то другой, кто-то ближе к блогерской тусовке, тут Рики Ф. Ну окей, ждем дальше новостей, ребята, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о всех новостях канала самыми первыми, да. Будьте молодцами, я вас всех очень люблю. Всем пока.